Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo 38. Сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Итак, для этого мы открываем браузер и нажимаем на три точки в правом верхнем углу. Выбираем «История». Далее нажимаем «Очистить историю». Выбираем временной диапазон. И выбираем, что именно мы хотим очистить, и нажимаем «Удалить данные». И таким образом очищаем историю. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.